Ну а самарская публика с нетерпением ждет выступления лидеров Елизаветы Худайбердиевой и местного любимца Егора Базина, который всю свою карьеру представляет Самарскую область и в дуэте с Софьей Евдокимовой, и в паре с Елизаветой Худайбердиевой, и тренируется под руководством Олега Судакова, который сейчас сотрудничает с Денисом Самохиным. Вот видите, поддержка какая у Лизы и Егора. Sweet Dreams, сладкие мечты. Поехали. Sweet dreams are made of this. Who am I to decide? Travel the world and the seven seas. Looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to decide? I travel the world and the seven seas. Looking for something. Елизавета Худайбердиева, Егор Базин. Да, дела творятся в Самаре. Танец, который уже раз, развенчав, подтвердил расхожее выражение, что в танцах не падают. Походу, стена помогает, а лед нет. Хорошее выражение от Олега Судакова. Надеюсь, вы расслышали. Похоже, стены помогают, а лед нет. Резюмировал. Слушайте, вот до этого падения, и второго в том числе, я прям, честно признаться, удивлялся. Ну, можно же наработать и скольжение, и синхронность. На 43-й, по-моему, секунде публика начала аплодировать, при том, что позже ритм сменился на не самый удобный для аплодисментов. Но в целом можно сказать, что с танцем-то фигуристы попали, и попали на 100%. И самое главное, они же ведь, во всяком случае, чисто визуально растут в собственном мастерстве. Смотрите, какая синхронность, как один человек в очень близких позициях. Ну а что касается распадения, ну как вот это можно объяснить? Они заходили на поддержку, и там нужно было поймать. Вот она, эта поддержка, сделали ее в итоге. Но Егору показалось мало. Снова на простой трочке. Ну как? Вы же не понимали, как заходить? Как? Откуда вы заходили? Удивительно. Да я начал думать, какой выкрик. У меня выкрика нет. Ладно, все. В кругу у тебя выкрика нет? Все. Ну, от заднего. Все. Заднего. Да что же они не солят так? А я скажу, что мы солят, потому что такое случается раз в несколько турниров. А тут два лидирующих дуэта, да сразу три таких происшествия. По непредсказуемости, конечно, этот турнир побил все возможные рекорды. Дождемся оценок. Как бы то ни было, в любом случае дождемся. Публика поддерживает Лизу с Егором. Удивительно, да? Два самых опытных спортсмена. И Павлу Дрозду, и Егору Базину 27. Взрослые, прошедшие огонь, воду и медные трубы серьезных турниров. Казалось бы, парни, да? А вот это здорово. Детским голосом Егор не расстраивался. То, как корит себя сейчас Егор Базин, думаю, никто не может даже представить. Ну все уже, судьи, ну не томите. Ни нас, ни спортсменов, ни тренеров, ни зрителей. Публика развлекается как может. А Лиза с Егором ждут. За это мы и любим спорт. За это мы любим фигурное катание, что даже когда выступают, казалось бы, признанные фавориты, никогда нельзя предсказать и итоговый результат. Но результат в любом случае сейчас лучший. Публика в восторге. Почти 120 баллов получается Худайбердиева Базин, и они выигрывают и самарский этап. Хотя сами, похоже, не очень согласны с такими баллами, с таким отрывом от второго места.